Привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. В каком костюме будешь на Новый год? Платье. Дети Барнаульского детсада сегодня побывали в роли тележурналистов. Посмотрели изнутри редакционную кухню. С момента зарождения идеи для новостного сюжета до его монтажа и выхода в эфир. Вот главные новости. Вот так они и создаются. Вот все, что мы видим за окном. Вот они новости. О погоде, конечно. Наши юные гости подкинули немало тем для сюжетов, от покусанных собаками людей до 40-градусных морозов. И отправились смотреть, где же собирается воедино весь отснятый журналистом материал. Долго говорить шепотом, можно сорвать голос. Дело в том, что шепот напрягает голосовые связки. Ну вот девочка чуть-чуть постарше вас, а уже в телевидении работает журналистом-ведущим. Студия – самое увлекательное место, по мнению детей. Множество разных экранов, суфлер. Однако стать журналистами захотели далеко не все, а вот почувствовать себя звездой эфира и поздравить с Новым годом не отказались. Я желаю всем нашим близким здоровья и счастья, радости и подарков, и много друзей. Наша елка высока, наша елка велика. Выше мамы, выше папы достает до потолка. Я желаю, чтобы не болели, ездили в путешествия и готовили вместе. Я люблю Новый год за то, что мы поем с семьей караоке, радуемся. За то, что к нам приходит Дед Мороз. Поздравляю всех с Новым годом! К слову, под большим впечатлением от экскурсии остались воспитатели. Но на вопрос о смене профессии ответили, что работать с детьми нравится больше. Я никогда раньше в таком месте не была. Очень интересно, очень познавательно. Мы с детками сюда приехали, нас пригласили в рамках темы нашей в детском саду, темы профессии. Они как больше пока еще так повторяют, что-то какие-то такие вот, ну, как, наверное, все дети маленькие, что я космонавт, я полицейский, там, а девочки у нас хотят балеринами быть, а одна девочка хочет стюардессой. По завершении экскурсии дети посетили музей открытки, который находится в нашем здании. Среди экземпляров нашлись и посвященные телевидению, но детям больше всего приглянулись новогодние. Их они и взяли с собой на память.